Vă spunem bună ziua la o nouă ediție din ciclul de emisiuni Ora Locală. În cadrul emisiunii noastre de astăzi vom discuta cu invitatul nostru din platou, Vladimir Dachi, președintele Partidului Noi. Domnule Vladimir, vă zic bine ați venit la emisiunea noastră de astăzi. Bună ziua și приду русский. Добрый день, уважаемые горожане. Спасибо, что я нахожусь в вашем городе, и очень приятно находиться в этой студии, поделиться нашими мыслями и стратегией, которую политической партии НОЙ. Спасибо. Eu vreau să vă întreb, cine este Vladimir Dachi? Să ne povestiți puțin despre dumneavoastră. Родился я в село Слободзея Мари, Кагуйского района. Раньше назывался Волконежский район. Закончил автодорожный техникум после службы советской армии, солдатом 2 года. После окончил высшее военное войсковое училище, служба российской армии. И после этого, скажем, бизнес. И последнее время, скажем так, занимаемся только бизнесом, это строительство. Созидаем, не разрушаем. Женат, 3 детей, 1 жена. Придерживаюсь христианских принципов, где муж – глава семьи, жена – помощник, и дети должны повиноваться родителям. Acum aș vrea să vă întreb, de ce ați decis să vă implicați în politică? Где-то в 14-15 году, где в стране, моей любимой стране, где я родился, где я состоялся как человек, где я получил образование и воспитание, то есть увидел, скажем так, те беззакония, которые творились той властью, которые... И даже не хочу ни имена сегодня говорить, ни фамилии, потому что оно на слуху у каждого человека. Беспредел, человек 1,50 м, привел в страну, скажем так, до ручек, и бандитские методы управления были. И, соответственно, на тот момент я принял решение и задался себе вопросом, почему и где люди государевые или... Как у нас говорят в Молдове, господари ундис шмямдат интребаря. И на тот момент я сказал, что я хочу помочь этой стране. Мне не нужны ни деньги, ни власть, ни какие-либо привилегии. Я доволен всем тем, что у меня есть, то, что Господь мне дал. Deci, ca să ne spuneți care este programa partidului noi, când a venit ideea pentru a forma acest partid. Și care este programul? Cred că se apropie și alegerile locale și intuiesc că veți fi implicați. Deci partidul se va implica în aceste alegeri. Ideea a создании партии, когда я понял, что в принципе только через партию можно прийти во власть и помочь моей любимой стране, моему народу любимому. Я люблю людей, люблю независимо от того, от какой национальности, и мы должны любить свою страну. И сделать все возможное, любой гражданин нашей страны, для того, чтобы люди, те, которые менее образованные, те, которые находятся в этой стране, чувствовали себя гражданами этой страны, чувствовали себя, что они власть в этой стране, и чувствовали себя и были достойны, чтобы они достойно заявляли о себе, что они граждане именно Республики Молдовы. Возвращаясь к первоначальному вопросу, который вы мне задали, то есть такой момент, когда окончательно я принял решение, это было в 2018 году, и скажу честно, то есть было очень тяжело, и 3 года я на сегодняшний день в стране, в Молдове, то есть практически нахожу на вахтовым методом, да, то есть семья там, я здесь, но это не меняет суть, потому что я понимаю, для чего я пришел, я готов на сегодняшний день приложить максимум усилий для того, чтобы я был услышан, и партия, политическая партия НОЙ, не только я, и та программа, которая есть у политической партии НОЙ, это
по-молдавски «Ренної Молдова». Мы должны приложить максимум усилий, все граждане Молдовы. Почему я и говорю, что хочу, чтобы люди меня услышали. Мне деньги не нужны. Мне хватает то, что есть. Я доволен всем. Но я пришел и готов отдать свои знания и приложить максимум усилий с теми людьми, с кем мы начали, с теми лидерами с тех районов, которые на сегодняшний день прошли через сито. И они надежные люди, которые любят свою страну, разговаривают на разных, скажем так, на русском, на молдавском, на гагаузском, на болгарском. Они готовы приложить максимум усилий для того, чтобы мы вернули нашу Молдову в той, скажем так, то, что ей принадлежит, и достойное место на мировой арене. Acum aș vrea să vă întreb care este vectorul partidului și să ne vorbiți puțin și despre platforma electorală, programul electoral al partidului. На сегодняшний день, когда говорят вектор, то есть левый, правый, то есть мы должны понимать, что левый – это социальные моменты, а не просто, что там за Россией там, или в сторону России только смотрим. Мы смотрим на Молдову как на независимое государство. И более того, я хочу, чтобы наши люди поняли, что мы хотим Молдову Мари. То, что нам принадлежало, оно принадлежит нам. У нас украли ту Молдову Мари, и оно принадлежит нам по праву. Мы должны занимать это достойное место и положение в обществе или в мире и вернуть все то, что у нас украли. И мы сможем это сделать, опять-таки, только благодаря Российской Федерации. Я этого не боюсь, я об этом говорю. И историю, наверное, все знают и понимают, что Молдова была, а все те страны, которые на сегодняшний день откололи часть, одну страну, другую страну, ну, была, скажем так, историческая ошибка и несправедлива по отношению к молдавскому народу, по отношению к тем народам, которые заселяют Республику Молдова. Если брать сторону, скажем так, Россия или Запад, хочу сказать, что мы не делим между Западом и Россией, мы хотим быть независимой страной, мы хотим иметь отношения хорошие и с Западом, и с Востоком. Но единственное спасение для нашей страны, как государства, как нация, это Россия. Потому что, смотря на все те политические моменты, которые происходят последние два года, идет уничтожение нации и идет слив страны в объятиях другого государства. И на сегодняшний день, смотря скажем так, в корень, те, которые находятся у власти на сегодняшний день, во главе с Майей Санду и во главе с этой желтой чумой, которая называемая ПАС, они делают все возможное для того, чтобы уничтожить народ молдавский. Как в экономическом, так и в политическом плане. То есть все возможное. То есть они не смотрят на интересы страны. Они забыли, что они избранные. Их избрал народ. Они наемники всего лишь. И власть принадлежит народу. Мы хотим власть эту вернуть народу, и чтобы каждый гражданин нашей страны чувствовал себя именно гражданином этой страны, где он идет в любом государственном учреждении и решает свой вопрос. Где прокуратура стоит на защиту интересов именно гражданина, а не интересов определенного круга лиц, как на сегодняшний день и как было в предыдущие года. И мы хотим вернуть веру людей в государство. Хотим вернуть веру в людей в тех государственных органов, как полиция, суд, прокуратура и другие государственные органы, которые должны работать во благо народа. Сегодня этого нету. Сегодня идет полное оболвание как самого народа, так и тех людей, которые наняты так называемым государством сегодня. Я не боюсь этого слова сказать по одной простой причине. Потому что те, которые сегодня находятся у власти, они решают только свои интересы своих близких и того окружения, которое находится и наворовали то, что наворовали, они хотят сохранить. Мы заявляем, что все то,
что было наворовано, и независимо от того, что это прошло 30 лет и более с того момента, когда была Республика Молдова, и сегодня кто-то стал с банками, с торговыми центрами, которые принадлежали государству и были отобраны у людей за копейки, они вернутся в лоно государства. Когда мне говорят, а как закон тогда? Я задам вопрос, а как они без закона и мошенническим путем отняли это все у народа? Это принадлежит народу. И люди должны понимать, что такие крупные объекты, как там аэропорт, банки и так далее, те организации, которые принадлежали государству, они вернутся обратно. И более того, мы говорим, аэропорт что мы сможем... Аэропорт уже вернулся. Да, но, знаете, это называется винегрет, а не решение. То есть бывает, да, стакан наполовину полный или наполовину пустой. Я эти вещи не понимаю. То есть или он пустой, или он полный. И поэтому вот на этот момент и у нас все, что делается в государстве, все делается на... Вот как бы наполовину. Чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. И поэтому люди не получают ни достойного ни образования, ни достойного медицинского, скажем так, обслуживания. Куда бы ни пришел человек, скажем так, если у него 3 копейки в кармане, то есть он не может себя проявить, потому что ему не дадут возможность. На сегодняшний день, конечно, власть захвачена. И управляется ручным методом с Кишинева одним человеком или двумя-тремя, которые на сегодняшний день, они также этот пас разделился на кланы и управляет каждый свой интерес. И народ на сегодняшний день оставлен, он брошен. И в стране на сегодняшний день существует, по большому счету, рынок, пиаца. Ничего более, ничего не организовано, ни в чем, нигде, просто брошенный народ на произвол судьбы. Кто как хочет, так и выживает. Поэтому очень больно, то есть если услышать меня, то есть я знаю чаяние людей в деревнях, я бываю в домах у людей. Cât de des dumneavoastră sunteți în localitățile rurale din țară și în câte localități până acum ați reușit să vă întâlniți cu cetățenii? Я скажу, за эти три года, то есть был практически из 36 районов, наверное, или говоря 37, не знаю, 36, я был в 30. В деревнях бываю очень часто, я разговариваю с простым людям. Я вижу, то есть я не на пятом этаже родился, я понимаю, как мои родители трудились, нас было пятеро, ну, слава богу, то есть все получили образование, никто не голодал, то есть все были одеты, обуты. И так вся Молдова жила, по большому счету. Но сегодня что творится? То есть... оно не поддается ни объяснению и ни пониманию, потому что у власти на сегодняшний день находятся люди, которые не смогут никогда понять, что такое мама вставать в 3 часа, в 2 часа ночи, следить за ребенком, поменять ползунки, не знаю там что. То есть социальный вопрос на сегодняшний день оставлен в состоянии таком, хочешь жить, ну живи, не хочешь, не живи. Какие мероприятия проводятся, то есть такие, ну, оно и не стоит, скажем так, не то что внимание, то есть это боль нашей страны, потому что все развалено и разваливается дальше. Я думал, что больше нечего воровать в этой стране, но они продолжают воровать, они продолжают делить. Последние копейки забирают у людей через воду, через газ, через коммунальные услуги. И все вот это выжимает, комара выживает, доит комара. Власть доит комара отовсюду, где можно, то есть отовсюду. И везде с протянутой рукой. И когда люди слушают и слышат по телевизору о миллионах, миллиардах, столько еще и в еврох, 600, 500, миллион. То есть они не понимают, что это такое, когда в кармане 1000, 2000 заработная плата, 3000. Нищета полнейшая, то, что у них в погребе есть, они этим питаются. Когда заходишь человеку, то есть, и смотришь, что ему одевать нечего там, по большому счету, то есть когда 5-6 детей, одевать нечего. До обеда одни идут в школу, после обеда другие в тех же ботинках. Ce își propune partidul noi? Primele, hai să zic așa, ceea ce își dorește, primele puncte forte care sunt pentru a fi realizate.
Да, мы на сегодняшний день, хочу сказать, да, хотим участвовать в местные выборы. Хотим достойно пройти и занимать те позиции, именно мэры, канцлеры и так далее, в тех районах, которые у нас на сегодняшний день есть. И, соответственно, а у вас есть ячейки в каждом районе? Практически, да, практически. Да? И, конечно, главная задача или, скажем так, первый шаг, скажем так, да, мы хотим быть во власти Республики Молдовы. И мы говорим, что народ должен, и если они нам доверят власть, когда придет время свое, и когда мы придем во власть, мы заявляем твердо и говорим, мы готовы нанести порядок в стране всего лишь за 3 месяца. 3 месяца нам хватает для того, чтобы все то, что было обворовано за 30 лет, вернулось в лоно государства. Люди поймут, что в стране деньги есть, и воровать никто в принципе не будет. По одной простой причине, потому что это будет, скажем так, на виду у народа, и люди должны знать, на что какие деньги тратятся и куда идут деньги, у кого какие заработные платы, и кто в каких домах живут, и за счет чего эти обслуживаются. За счет граждан того или иного района, и если есть, опять-таки, заказы, которые делаются в том или ином районе, то есть люди должны понимать, что есть, я не знаю, укладка плитки тротуарной. Кто участвует? С Кишинева приехали. А почему с Кишинева? Они с района, допустим, с Дроки или с Дандушены или с Бричанах. Почему не эти люди? Есть ответы и на эти вопросы. Но мы, скажем так, у нас есть список всех бывших руководителей районов, начиная с 90-го года. У нас есть, набирается на сегодняшний день в пределах 470, сейчас уже больше 600 человек, и мы знаем, какое имущество у них было до того, как пришли во власть, и что прибавилось после того. И есть у нас, какие зарплаты у них были, у нас все это есть. И мы обещаем и говорим твердо, что мы полны решимости навести порядок в стране, и люди это должны ощутить не через год, не через 5. А они должны ощутить в течение года, что перемены есть и все к лучшему. И мы готовы взять эту ношу и нести, и сделать все возможное для того, чтобы народ у нас в стране и в каждом районе чувствовал себя комфортно в своей стране. Haideți să vă zic așa, înainte de a veni dumneavoastră la această emisiune, am răsfăit puțin platforma partidului Noi. Și am văzut, este indicat acolo că atunci dacă dumneavoastră veți trece pragul electoral, salariul va fi majorat la 50%. De unde veți lua bani? Ce veți face? Cum veți hotărâ această întrebare? Плохое, что ты можешь делать для страны, или очень быстро, это поднять налоги. То есть это прекращать кормить корову и начинать ее доить, пока она не умрет. Так делали все предыдущие правительства. И так делает и данное правительство. Лучших способов изымать, я уже вначале сказал, изымать у людей денег на законных основаниях, что надо делать? Поднимать налоги, обобрать, снимать. И... Но мы говорим о том, что надо заниматься, то есть, коррупцией. Есть очень много примеров, за 3 года я очень много видел этой коррупции, то есть это они на дороге, на дорогах, то есть полицейские, они сидят и прямо ждут с протянутой рукой. Не от того, что он такой нечестный или непорядочный, у него заработная плата 6 тысяч лей, у него жена, у него 2 детей, чем ему кормить эту семью? И мы говорим о том, то есть я сейчас забегу немножко вперед, на одном примере, 2, может быть, а потом скажу, откуда эти деньги можно, могут появиться в стране. И они, я больше того скажу, то есть они есть, но есть на сегодняшний день, то есть я до конца не хочу эту схему раскрыть, но говорю, что на сегодняшний день те, которые находятся у власти, получают скрытую, скажем так, взятку, и оно
никак невозможно ее проверить. По одной простой причине, потому что все это на законных основаниях делается. У него зарплата, грубо говоря, там министра, я не знаю, там какого-то там 40-50 тысяч. Он подписывает какие-то там моменты, и это все в конечном итоге, то есть через 2-3 года он становится миллионером. То есть мы знаем, в каждом районе эти примеры есть, и те, которые находятся в правительстве, тоже самое. Документированные такие примеры? Есть. Почему я сказал, потому что на сегодняшний день. Знаете, сейчас закон же говорит о том, что должны иметь факты. Факты, конечно, закон так и говорит. Но мы факты эти, мы же понимаем, что на сегодняшний день правосудие буксует. И оно никогда не будет себе, то есть во вред что-либо делать. И есть фамилии, есть имена, есть имущество, мы об этом все знаем. Но и у нас есть документально, когда мы придем во власть, то есть это будет такое всеобщее, скажем так, республиканское собрание, и где мы, скажем так, у каждой коррупционной схемы есть фамилия. Об этом говорят много по телевизору. Об этом без конца там очень много активистов, то есть, выносят тот. Но в конечном итоге, то есть, по большому счету, ничего не делается. Система не работает, то есть, потому что она занята только собою. И когда придет время, мы покажем всех поименно по всем районам со всем тем, что у них есть. Как они все это заработали, я скажу еще раз, что да, это все имущество вернется в лоно государства, где мы должны создавать на первоначальном этапе все условия для того, чтобы дети, которые остались без родителей, то есть они были обеспечены всем, и эти дети на государственном обеспечении должны чувствовать, что есть забота о них государства, а этого сегодня, на сегодняшний день нету. Все те садики, которые на сегодняшний день есть, я был в садиках, видел, как там их кормят, как питают. То есть я скажу, что это жалкое подобие на то, что мы бы хотели получить. То есть ни один родитель не хочет. Его отдают туда, в этот садик, потому что другого нету, других возможностей. И сфера обслуживания, которую предоставляет на сегодняшний день государство, это такое, скажем, знаете, когда хромают на две ноги. Вот то же самое у нас сегодня есть в том, что управляется, и то, что мы хотим, чтобы мы воспитали нормальных, порядочных, достойных граждан, но при таком отношении к самим гражданам со стороны государства мы не сможем получить результат. И это больно для страны, где, опять-таки возвращаясь к тому, что говорят о миллиардах, миллионах, а содержать своих стариков не можем. А если страна, государство, власть, которая не может дать достойную жизнь тем, которые уже отдали свое здоровье этому государству, то есть у этого государства будущего нету. Мы должны помнить об этом. То есть если мы не берегем наших родителей, после того, как они не могут нас, как говорится, обслуживать, мы должны их обслуживать. Мы обязаны, так же, как государство. То есть она обязана обслуживать стариков, это самые такие люди незащищенные, и детей. На сегодняшний день этого, я считаю, в нашем государстве, маленьком, с такими огромными, как они говорят, дотациями, денег оттуда, сюда, то есть этого нету. Это во-первых, и во-вторых, есть привилегированные люди или предприятия в нашей стране, которые должны взять часть социальной нагрузки на себя. Этого не делается, потому что эти деньги текут в карманах чиновников. Но должен быть принят закон, опять-таки предприятиям должны даны такие возможности, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы развивать свое производство. Опять-таки возвращаемся к налоговой, скажем так, нагрузке или сфере, которая на сегодняшний день действует как дубинка по отношению к предпринимателям. То есть это неправильно, потому что есть предприятия, которые зарабатывают миллионы, есть предприятия, которые зарабатывают, я не знаю, там 100 тысяч в год, и налоговая нагрузка одинакова. То есть такое не должно быть. И социум никогда не поймет это, и почему, и упирается, почему везде коррупция, почему пытается скрыть везде, потому что есть социальная несправедливость во всем. Что ни коснись,
во всем. Депутату можно, министру можно, этому можно, полицейскому можно, который при погонах, еще какие-то там получают льготы, получают какие-то там заработные платы, они там на виду, они защищают ту власть, при которой они служат, но не интересы народа. Вот и тем более у нас на сегодняшний день в стране кумасо, нанашсо, двоюродные братья, сестры и так далее, все у власти. А по большому счету человек, который одаренный и может приносить плод стране, то есть приносить какие-то результаты, то есть через свой труд, ему не дают возможность проявить себя. Дом Владимир, вы мульцумеска и фарты мульпентро распонсори. А кум аж вря са вам треба, кум вы пропунете să convingeți populația, fiindcă la moment cunoaștem că cetățenii sunt foarte dezamăgiți. Cum vă propuneți să-i convingeți ca să-și dea votul anume pentru partidul dumneavoastră? Я обращаюсь к гражданам, и где будет эта передача, как говорится, выходить в эфир, то есть мы говорим о том, что мы никого не будем уговаривать. Тянуть за собой и объяснять, что вот мы лучше, чем другие партии, не будем. Если человек, будучи обманутым на сегодняшний день, на протяжении 30 лет всеми партиями, я понимаю, как он может реагировать, понимаю, что может не выходить на то, чтобы там голосовать. Но не надо быть, скажем так, отрешенным от тех проблем, потому что это будущее нашей страны, и мы должны стать, как говорится, рядом друг с другом и поверить, что в принципе можно воссоздать государство, и чтобы оно работало во благо людей. Чтобы люди поверили, то есть, знаете, то есть я не маг и не хочу им быть. Я не хочу быть двуличным. Я прямолинейный. Я знаю только белые и черные. Мне не нравятся серые, потому что это всегда обман. И если в процессе, скажем так, своей деятельности мы говорим о том, придя ко власти, мы говорим, что просим у народа один год кредит доверия от народа. Нам не надо 3, 4, 5. А через год, если народ скажет, работайте дальше, мы можем работать дальше. Если скажет, что вы нам не нужны, мы сворачиваемся и уходим. То есть объявляем новые выборы и все. Не стоит задача сесть в кресло парламентария, не стоит задача сесть в кресло, я не знаю, там президента или премьер-министра. Все те, которые желают и хотят помочь этой стране, они должны одеть сапоги, фуфайку и трудиться во благо народа, те, которые дали им кредит доверия. И мы единственное, если люди поверят нам в том, что мы говорим, и наши слова искренние, и они в этом увидят, что нету никакого лицемерия или двуличия, то есть, соответственно, они будут голосовать. А уговаривать никого не будем. У нас есть определенные принципы действия, и мы открыты к разговору с любой партией. Но скажу так, все те партии, которые на сегодняшний день нанесли урон нашей стране во главе с теми лидерами, которые были у руля, они будут нести ответственность. Все до единого. Потому что все было в этой стране сделано на обмане, на жульничество и, скажем так, игра в четыре руки под столом. Acum aș, aș dori să-mi răspundeți încă la o întrebare. Cunoaștem, vedem, da? Mai multe partide, atunci când este anul electoral, vin cu multe promisiuni, dar odată ce se termină alegerile, aceste partide dispar din viața societății noastre. Deci apar odată la patru ani. Vreau să vă întreb, dacă partidul dumneavoastră nu va trece pragul electoral, ce veți face? Vă-ți Madridie. То есть были выборы, то есть в парламент 3 года там назад были выборы, то есть президентские, были там в Бельцах вот досрочные, когда, то есть или там
Мы участвовали везде. И с того момента, и по сегодняшний день мы работаем в районах и в деревнях, то есть мы встречаемся, то есть и мы не остановили, скажем так, свою деятельность. То, что вы сказали, то есть, к сожалению, да, это так. Для чего это делается, я тоже понимаю, то есть раздробить, скажем так, население. Хотя, пускай их будут 100 партий, но люди должны в конечном итоге понять. Или хотя бы на законодательном уровне делать 2 партии. И на этом закончить, чтобы люди понимали, с кем, с кого можно спрашивать и с кем работать. На сегодняшний день это выгодно всем. Разрешили, чтобы они были там столько-то партий. И они будут дальше расти как грибы. И это ввести людей в заблуждение, потому что были там у предыдущих политиков такая партия, они открыли еще 2, там, еще 3 откроют, еще 10. И, скажем так, люди потеряются. Эти говорят красиво, эти говорят красиво. Мы никому обещать не будем ничего. Мы единственно говорим, что нам нужен кредит доверия на всего лишь на 1 год. Мы уверены, что все те беглецы, которые украли на сегодняшний день и миллиард, те, которые участвовали в краже этого миллиарда, и не миллиард, и все те, которые участвовали в разных схемах, они в течение этого года будут сидеть там, где им положено сидеть, на законных основаниях. И мы им сделаем такое предложение, от которого не смогут они отказаться. Они будут каяться перед народом на площади Штефана Чалмари, и я уверен, что это так будет. Потому что кроме скальпеля, радикальных способов воздействия на тех людей, которые обманули мой народ, мою страну, обокрали ее, обнищали народ до того, чтобы заставить своих детей ехать за границу, убегайте побыстрее из страны. То есть они не имеют права больше ни на каких-либо, скажем так, аргументов. Они должны вернуть то, что украли. И эти чаяния народа на сегодняшний день не услышаны, к сожалению, даже нынешней властью. Потому что это ярмо, оно еще тяжелее сейчас легло на шею этого народа, который несет. Еще я удивляюсь, что они тянут этот воз тяжелый, бессмысленный. Я бы больше бы сказал, но опять-таки, согласно той статье, которую приняла Майя Санду, по поводу там, то нельзя говорить, то нельзя говорить. Да, можно говорить. То есть надо организовать нашему народу, объединиться и показать место любому министру, где их место. И для чего они там сели. Не для того, чтобы они ездили на шикарных машинах, на которые там дали водителя, дали кабинет, кондиционер, тепло и куча-куча, скажем так, преференций. На сегодняшний день для народа никто не хочет работать. Заботиться о народе сами дети, которые уехали еще каким-то образом, хотя им там тоже тяжело. Я видел, в каких условиях они там работают. Как тяжело с утра до ночи. Зарабатывать свои там 2,5-3 тысячи евро. Это несправедливо. И мы, возвращаясь к тому, что мы должны занимать наше достойное, скажем так, положение в мировом сообществе, и то, что принадлежит нам, мы должны вернуть. Я в этом нисколько не сомневаюсь, и мы с обществом, политическая партия «Аной» готова за это взяться, и я призываю граждан, чтобы они голосовали и на местных выборах, и на, когда придет время свое, то есть в парламентских и так далее, то есть, чтобы мы взяли власть в свои руки, и дайте нам кредит доверия, и вы увидите. То есть результаты, то есть они будут ощутимы буквально в первые же дни. Domnule Dachi, suntem pe final de emisiune și aș vrea să veniți cu un mesaj către drochieni. Уважаемые дрокиане, у нас есть кандидат, который он появится, я думаю, в ближайшее время в эфире здесь. Может быть, мы вместе будем, может быть, он будет один. Я попрошу, чтобы вы его поддержали. И не боялись высказывать свое мнение, выражать свое мнение, доверить этому человеку свой голос. И мы вместе победим, я уверен. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Dache, pentru prezența la emisiunea noastră de astăzi. Stimați telespectatori, atât pentru astăzi. Sunt Vera Bulgaru. Rămâneți cu ochii în continuare pe TV Drac.